Глава Елабужского района Рустем Нуриев и депутат Государственного совета Республики Татарстан Леонид Барышев посетили университетскую школу Казанского университета в Елабуге. Для гостей провели экскурсию по кабинетам и рассказали об особенностях учебного заведения, после чего обсудили планы развития школы. Очень приятно, что в Елабуге у нас сделан такой проект университету. Огромная благодарность ко мне, как жителя, и тех детей, которые здесь будут учиться и учатся. Хотелось бы, вот сегодня мы с главой обсуждаем, сколько нам еще предстоит поработать, чтобы каждая школа Елабуги также преобразилась. Нам, конечно, муниципалитету надо обязательно пользоваться тем, что федеральный университет курирует, патронирует эту школу. Естественно, все семинары, которые университет будет здесь проводить, мы бы хотели их тиражировать на все наши школы. Отмечена и профориентирующая работа в школе, нацеленная на успешное поступление школьников в ВУЗ. Диана Жленкова, Айдар Нурмиев, Универньюз.